настораживает тот вопрос, что мы никакой реакции со стороны АДКБ не услышали, ну, тем более действий. Я еще раз подчеркну, что на любые действия, которые связаны с применением каких-то коллективных сил, будь это КСОР или коллективные миротворческие силы, или другие какие-то силы и средства, это компетенция Совета коллективной безопасности. И то, что вы не услышали, ну, может быть, прошло еще не так много времени, вот, но, по крайней мере, насколько я лично это слышал, я это, так сказать, участвовал в этих мероприятиях, всю остроту проблемы, которая сегодня складывается в этом регионе, президент Республики Армения Серж Азнатович озвучил и довольно-таки подробно перед всеми главами государств на состоящемся саммите в Душанбе. И этому вопросу был очень уделен большое внимание со стороны глав государств. И этот вопрос имел место быть, так сказать, и обсуждаться. Это первое. Второе. Насколько я знаю, в ходе Генеральной Ассамблеи ООН, буквально на днях, министр иностранных дел эту проблему поставил перед министром иностранных дел всех государств-членов ОДКБ в ходе министерской встречи. Я считаю, что, поверьте, что сейчас вот принять решение, мы вот с Юрием Григорьевичем стоим и говорим, все, давайте вот эти силы и средства бросим там на локализацию какого-то конфликта. Но поверьте, это нереально. Для этого нужно, я еще раз говорю, политическое решение. А политические решения у нас принимают, соответственно, наши уставные органы. И наши уставные органы, я к чему говорю, они не оставляют без внимания ту ситуацию, которая складывается. И я лично слушал, присутствовал на этом заседании и слышал выступление Сержа Гадзича, президента Республики реакции, Армения. Реакции не было, да. Ну, как реакции не было? Конечно, было обсуждение, но реакции, что на применение каких-то сил и средств. Ну, конечно, естественно, если была такая реакция, мы, естественно, уже готовились и проводили в плане применения. Ну, а потом, я, насколько знаю, вооруженные силы Республики Армения, спецслужбы и другие министерства и ведомства, и вся система национальной безопасности Армении способна адекватно реагировать на те провокации, которые осуществляются на территории Нагорного Карабаха. Телекомпания «Мир». Телекомпания «Мир», Ирина Макарченко.